Защищайся. Защищайся. Так не съела такой был момент. Сажайся. Что поднимаешь? Поближе сделай. Иди ко мне, моя прелесть. Моя любовь. Иди ко мне, я тебя обниму. Иди, иди, иди. Иди, иди, пусечка моя, пусечка. Пусечка, пусечка, иди ко мне. Любовь, не бывает. Принцесса. Нашипелась, нашипелась, я отдыхала. Да, ой, и отдыхает. Любовь ушла. Завяли помидоры. Мы так лежим, отдыхаем. Себе в ванной. Вот я закончила шапочку вязать. Завтра примерю, покажу, как она сидит. Я ее решила постирать. И вот прополоскала. Стирала я с кондиционером в теплой водичке. Прополоскала. И вот чтобы она у меня не вытянулась, я ее вот так на полотенце положила. Вот теперь буду ждать, как она у меня высохнет. Вот. Всем привет! Я, значит, хотела показать, что я вяжу из новой пряжи, которую мне прислали. Я, значит, выписывала пряжу себе, но выписывала я ее на гольфы. Вот, но гольфы у меня не получились, потому что я не подобрала цвета. В общем, жаккард не получается из этих цветов. Вот. И, в общем, я решила связать себе вот такую шапочку. Я вот шапочка Бини, по-моему, она сейчас называется, такая вот чулком. Вот, вот у меня тут, значит, макушка, я его так заправляю. Вот, вот если ее расправить, я вот два раза подвернула, чтобы ушам было тепло. Вот, я не знаю, я правильно сказала, нет? Вот, ну, в общем, я вот так два раза подвернула шапочку. Вот, ну, потом покажу, как она сидит на голове. Ну, такая у меня получилась шапочка хорошая. Вот здесь у меня шов идет. Где-то даже вот его не видно, я так аккуратно его сшила. Сшивала я иголочкой, вот. Сшивала я иголочкой. В общем, ну такая теплая. Я уже ее ношу, эту шапочку. Вот, и я решила, у меня остались нитки. От шапки у меня, значит, было два мотка вот такой пряжи. И у меня вот, я связала, это моток с лишним у меня ушел на эту шапку. Я набирала вот так вот, вязала я вот так ее. Значит, 75 петель я набирала. Вот, и в общем, у меня вот это от другого клубка, от второго, осталось вот столько пряжи. Вот я связала, я начала вязать снуд. Но я как хотела, я, значит, вот начала вязать снуд, я вот провязала этой пряжей, и я стала, значит, вязать, добавила зеленую. И получается вот так, в общем-то, не очень-то плохо. Вот, в общем, вот такой наборчик я делаю.
себе снуд. И, в общем, я начала вязать снуд. И потом подумала, что у меня остается еще, значит, один клубок пряжи. И я начала вязать варежки. Почему я начала вязать варежки? Потому что я побоялась, что у меня не хватит этого мотка на варежки. И я думаю, я сначала свяжу варежки, а потом я продолжу вязать снуд. Варежки я вязала вот здесь со швом. Почему? Потому что я по кругу не могу вязать чулочной пряжи, чулочной вязкой. У меня вот здесь вот идет чулочная вязка. Вот так вот получилось. Вот такие вот варежки у меня. Вот здесь я буду их сшивать. Вот пальчик я еще вот не сделала. Вот. В общем, и здесь я вот так вот закрыла. Вот. Вот, в общем, я вяжу вот такие варежки к этому набору. У меня получается зеленые варежки, снуд в два цвета, зеленый, вот такой меланжевый. В общем, мне кажется, если его вот так вот смотать, будет, в общем, не очень-то и плохо на шее. Будет очень красиво, мне кажется. И такая шапочка. Вот, сейчас я покажу, что я... Значит, другими нитками мы что-то вязали другого цвета. Ну, в общем, у нас ничего не получилось. Мы пока это все бросили. И вот, значит, мы еще я выписала вот такие нитки и вот такие. Я подбирала по цвету, чтобы тут сиреневый, и я подобрала сиреневый. Ну, в общем, для гольфа это совершенно не идет. Я уже два раза распускала, вот я пыталась вязать, вот, но вот жаккард не получается. Рисунка совершенно не видно, потому что в этой пряже присутствует сиреневый цвет. Здесь сиреневый и здесь, и вот все сливается. В общем, я подобрала неправильно цвета. Я первый раз, в общем, связала, это распустила. И второй раз связала, распустила. В общем, я не знаю, я просто, наверное, свяжу или носочки, или такие тапочки какие-нибудь. Ну, в общем, посмотрим, что я вот с этой пряжей сделаю. Ну, вообще, изначально я их выписывала для гольфа. Хотела жаккардовый гольф связать с рисунком. Вот, ну, в общем, вот такие вот мои вязалочки. Вот, сейчас я, значит, вот довяжу вот это и еще хочу показать. Меня вот дочь пыталась вязать вот носок. Вот такой вот. Вот здесь вот широко, здесь она убавила, а здесь нет, очень широко стало. И, в общем, перестала вязать. Я потом, значит, это распущу до сюда. Вот, вот здесь не убавили. Вот торчит вот так шариком. Вот, в общем, вот из этой пряжи вот так вот вязать стали. Вот. Носочки вот свяжем. Но я потом это распущу и сделаю как надо. Вот моя шапочка. Вот она сзади так выглядит. Спереди. Включай.